Добро пожаловать в игровую комнату, и мы продолжаем наше приключение в сказке. Фейбл, ну почти сказание. И я тут пропустил, прежде чем отправиться на... Как же он там называется, этот... Безымянный остров. А, не-не-не-не-не, вот оно. Как же эта фигня-то называется? Сейчас... Всех этих тварей. А вот затерянная бухта. Прежде чем отправляться опять в затерянную бухту, меня тут ждет отличное задание. Надо пополнить коллекцию мечей. Задание под названием «Легенда о мече Академии Героев». Проверь истинность легенды о сокрытом гильдии Могучем Мече. Текущее задание: отправляйтесь в апартаменты Мейза и выясни все его поисках. О его поисках сокрытого меча. И мы отправимся туда почти. Мне интересно... Думаю, мы сделаем вам специальное предложение. Специальное предложение. Какое же прочее? Нифига тут нету. Еда, трофеи. Трофеи тоже. Кстати, надо бабки собрать. Вещи, прочее. Вот. Жизни нет, к сожалению. Я хотел в лук еще жизнь пхнуть, чтобы... Можно заработать, покупая и перепродавая вещи. Отличный совет, спасибо, мужик. Я обязательно торговлей займусь. Я же, блин, черт побери, коммерсант. Я не герой сраный, я лысый коммерсант. Вот это вот видели на Бразерс? Мужик такой заходит: мадам, у меня тут в чемоданчике кое-что есть, и я думаю, оно вам приглянется. Я даже вам могу сказать, что это лучший товар, что у нас есть. Вы будете довольны этим. О, да. Даже попросите добавки. Так, ладно. Отвлекся. Джеки... Вот я достал эту чертову книгу Джеки Стени. Вот где она. Статус... Нет. Да, статус. Личность. Журнал. Книги. Вот, вот где оно? Где? Оно типа не взялось. Окей, все знают его, но никто его не познал. В смысле? Все его знают, но никто его не познал. Глубину его души. Говорят, он стар, как стародавнее королевство, но все же силен, как 10 героев. Не, ну он достаточно силен был, но я его отмудохал вообще на изи. Иной рассказывает, что он не от мира сего, является к нам лишь ради любви к смерти. А, ну это правда. И разрушению. Иные, что он лишь легенда, и что под его маской за сотни лет сменились десятки лиц, а Джек из тени имя, менявшее хозяев. Кем бы он ни был, он владыка сказаний и страшных снов, и даже гильдия его боится. Да, обязательно боимся его. Запись первая. Упоминание о слезе Аво встречается редко, но я не сдаюсь. Окажись эта сила в моих руках, все могло бы быть по-другому. Я смог бы сам остановить его или хотя бы передать слезу тому, кому хватило бы смелости. История гильдии. А, запись вторая. Сегодня обнаружил ценнейшее упоминание о слезе Аво. В приложении к редкому изданию «История гильдии» есть описание создания меча. К сожалению, о том, где он может находиться, там не сказано. Запись третья. Наконец-то! Я нашел изодранный пергамент, говорящий о местонахождении слезы Аво. Найти его проще простого. Нужно лишь прочесть надпись на пустой могиле во дворе гильдии, отдалиться... и отдаться на суд былых героев. Надеюсь, что они увидят мои истинные намерения и сочтут меня достойным. Запись четвертая. Ничего не вышло. Я навеки его заложник. Я навеки его раб. Он будет надо мной издеваться. Чертов мазохист будет надо мной издеваться дальше. Хозяин так безымянный. Так, тут что-то написано. Вот тут, я думаю, да? Это так пусто. Не, подождите. Вот это вот. Потому что тут вот в гробу никто не лежит. Так, что тут у нас? Сия могила ожидает своего героя, достойного присоединиться к лежащим здесь легендам. Опа. И... Мы видим, что ты чист сердцем и пожертвовал великой властью ради...
Да, это я. Это же такой же меч, который я кинул в бездну. А, то есть надо еще добрым быть, я так понял. Ну смотрите на это, личико. Прошел десятки тысяч комнат женщин, которые, которых он ублажил. Ну и когти у них были. Хотя я прошел через... Не, вру, 4. У меня было 4. С Леди Грей так и не получилось. Но с 4 было. Так, оружие. Холодное оружие. Что там? Секира. Слеза. Аве. О, тоже из хил. Ой, какая же она никакущая. Мана и опыт. Не, я так и думал, что она будет... Не, а, легкий. Это легкий меч. Простите, поэтому... Ну, типа, почти 100 потерять дэмэджа в 100 единиц. Тут как бы пламя, бритва. А здесь просто жизнь, мана и опыт. Мне этот опыт, в принципе, никуда и не нужен. Я чисто настоящий лысый из Бразер со своим большим дрыном без какой-либо магии. Ну, кроме вот этой вот, которая вот, типа, жизнь захил. Да, ну вот, как вы видите, я врубил, я так понял, там надо быть, по крайней мере, этим добряком. А вы же знаете, какой мужичок из Бразерс, да и Сайтама, и да и все лысые, все добрые люди. Имущество. Подождите, не имущество, а задание. Текущее учение, кипящая скорма... Капищу, простите. Храмаво, назойливые ассасины. Назойливые ассасины. Так. Белогорский оракул. Короче, валим к оракулу. Если только я сейчас не сгоняю и не найду сердечко. Но это, наверное, потом сердечко добуду уже отдельно в ролике. Так, подождите. Затерянная бухта... Подождите. Где? Во, затерянная бухта. Так, телепортируйся. Я хочу... Надо меч более-менее нормальный, двуручный найти, чтобы хотя бы, ну, не сильно проседал по отношению к этому, чтобы я туда тоже сердца запнул. Будет 100 хп в секунду реген. Нормально, не правда ли, а? Какой у меня хитрый план. Будет мой же дрын, оп... захиливая... оу. А, ледяной голем. Понятно. У меня есть пламя. Сосни тунца голем. У меня меч драконоборца. Да. Воу-воу-воу-воу. Ай-яй-яй-яй-яй. Ах ты ж. А вот так вот. Не-не-не. Перекат. Да блин, ну как так-то? И он пока мисс встанет. Ну чё ж так не прёт. Раз, два. На. Чё он делает? А. Ой-ой-ой. Так, давай. Так. Давай. На. Ай, блин. Медленно. И все сбивается. Все, сдох. Ну, опыт мне, в принципе, не нужен, но, конечно, хреново я тут все это сделал. Опа, один изумруд, да? Из льдышки изумруд выпал, да? Вещь, подарок. Алмаз, простите, изумруд. Алмаз. Тут интересно, после него что-то закопано. Давай, а тут плитка. А не, во-во. Давай. Та, блин. Такой, черт. Так, ну и ладно. Ну и ладно. Вперед. Я хочу меч найти, чтобы с тремя ячейками. И я туда тоже запну сердечки. Видите, как тут? У меня два... Не, у меня три их. Не, подождите, у меня их два. А не, я один нашел, отжал у кого-то, и у меня их два в этом, в луке, да? Да, два. Еще один бы найти, и вообще было бы, оп,
Оп-оп-оп-оп-оп. Что это у нас тут такое? Создание севера. Создание севера. Журнал. Книга. Оно внизу, наверное. Заключение про... Так, пожите. Создание севера. Меня надурили, что ли? Заключение портняшки. Что за фигня? Я ж... Подождите, может это задание? Создание севера. Да нет. О, рыбалка. Ключ серебряный. Давай. Гони. Ой, кто там такие? Слева. А? Воу-воу. Опасная рыба. Да ты расслабься, рыбешка. Я тебя жрать не буду. Я тебя даже... А! Черт. Вот это шрам слева. Прям как у Цири. Похлеще. Ну что поделать? Я ж воин, блин. Лысый. Черт побери, это рыба адская. Да блин, харе. Да харе. Давай. Вот это было близко. А? Да расслабься, рыбка. Давай. Так, сейчас там такой типа лунная рыба, выкуси. Я такой, да зараза. А, долголетие. Ну, тоже нормально. Так, а ну-ка, я хочу посмотреть, насколько оно увеличится. Как бы так полоску поставить, чтобы видно было. А, нет, то големы. Какого хрена они тут делают? Опа. Имущество. Вещь. Зелье долголетия принять. Опа. И чё? Полоска вроде не увеличилась. Меня... Мне кажется, или меня пытаются наебать. Я ж читал, что типа увеличивает здоровье. Вековое зелье. Да пошли вы со своим вековым зельем. Так, меня зазлили. Ну, блин. Так. Ну, блин. С дороги. Я сказал, с дороги. Ну, блин. Так, расслабься, муж. А ну, блин. По горбу, блин. Так. Лежать, кому я говорю. Давай. Дай, блин. Нормально. Ты чё встал, парень? Точнее, я не знаю, что это такое. Голем. Без заклинаний. Да блин. Да блин, перекат не вовремя. Опа! Ха, мазила, блин. Ой, это плохо. Повторный выстрел нельзя делать. Противозаконное использование магии на территории Альбиона воспрещается законом королевства, которое не существует. Так, нормуль. Опа! Опа. Так, тут по бокам что-то есть. Может, что-нибудь там, сундук. О, я только сказал сундук. Лутбокс. Так, и что же у нас там выпадет? Ох, ни хрена. Так, простите. Вот это халява. Вот это я понимаю. Вопрос только в том, что... Вопрос только в том, что если тут в дальнейшем лук какой-нибудь будет с четырьмя. Ячейками. Ай, блин. С четырьмя ячейками. Да блин, хоро меня бить. На, блин. Уворот, перекат, удар,
перекап. Уда, блин. Добей, добей, давай, давай. Ну, сука-то, блин, чё ты не сдох? Уа! Хорош. Все, готов. Готов. Опа, рыбалка. Или нет? Непонятно. Непонятно. Но это классно, повезло. Вот это халява с этим сердечком. Прям. В смысле? Ну, впусти, блин. Пусти, кому говорю. Черт побери. Можешь, блин. Ты что, не видишь перед тобой лысый из Brothers? У меня должен быть пропуск. А это что? Святилище Архона, ага. Че, блин, там три пути? Или че? Опа, телепорт. Отлично. Телепорт уже есть. Знаки этого Орды, наверное. Опа. Че это у нас тут? О, лутбокс. Ага, видите, на мини-карте не отображается. Как хитро. Дубинка Оркона. Хакона. И шо это дубинка там? Мощная? Где она? Дубинка Хакурона. Ой, блин, какое же оно никакущее. Такое, ну, продажу. И такой, и продать нельзя. Я такой, ну, жмись. Хорошо, что место не занимает барахло. Опача, оу. Серебряный ключ или опять зелье вот этого вот. Долголетие увеличивает ваши хитпоинты. Увеличивает ваши хитпоинты настолько, насколько вы только пожелаете. Но не больше того, что вы уже сами себе сделали. Да, так радуется прям. Серебряный ключ достал. Да мать, блин. Простите, вот тут реально, типа, блин, куда мне эти зелья долголетия, а? Имущество, вещи, где оно? Ну вот оно, редкий настой на целебных травах, прекрасно улучшающий здоровье. Вы станете, ты станешь здоровее, чем когда-либо. Это, наверное, круто для вот этих вот магов. Просто достаешь вот эти вот зелье и глотаешь. Вообще, опа, там табличка, я пропустил табличку. Эй, ты как тут оказалась? Вот ты где. Ну, как прошел круиз? Слышь. Мне как-то больше по душе телепортация. Да ты шо? Хорошо, что твой амулет активировал местные телепорты. Я тут побегала и отыскала вон те камни. По-моему, их стоит изучить. Руны, видишь? Я возвращаюсь в гильдию, попробую их перевести. Какие руны? Где ты там руны видела, а ты женщина? А ты ступай за Нагольи и поговори со жнецом. Он ждет тебя. А где тут она руну увидела? И сразу свалила. Тут холодно, так бы и сказала. Тут холодно, я сваливаю. Где она тут руны увидела? Вот это вот на кольце? Ну это же не руны, это какие-то вязи. Блин, где она тут руны-то увидела, а? Вообще, блин. В очках еще ходит. Ну это что-то тут надо будет, короче, активировать. Ну чуть такой, ну чуть попозже. Интересно. А, нет, те зелья. О, лутбокс. Что же нам тут выпадет? Какой же футболист это будет? Это будет шлем воина беса. У меня уже есть такой. Зачем мне еще один? Типа, ну потому что это. Это же. Опа! Бронзовые врата в наши дни пребывают закрытыми. Упоминание об их предназначении не сохранилось. Однако ученые полагают, что Архон самолично запер за ними некое великое зло. Согласно белогорским мифам, открытие врат придет к концу света. Этим, по уверениям местных жителей, объясняется то, что на ощупь они, врата, кажутся горячими. А, ну тут ту лава, конечно, они. Оу, это типа две руки разрывает свое. Ну вы поняли.
Ну, по крайней мере, мне так кажется. Или два барана. Мне больше похоже, как будто две руки пытаются разорвать свое. Да. Так, мне вот сюда. Там, видите, какая-то дорожка к речке есть. Дорожка к речке. Рыбалка опять. Ну, тут хоть повезет с серебряным ключом, а то... Выпей зелье долголетия, выпей зелье долголетия. Ты же маг? Ты же маг. Осторожно, леска может порваться. Спасибо. Продолжай. Продолжай, тяни. А? Давай. Вот это уже плохо. Давай, ты чертова рыбеха. Отдавай ключ. Да, блин, ключ. Такое еще одно зелье долголетия. А, нет, уже колдовства. В принципе, это уже можно выпить. Все равно оно мне, блин, считай, будет в инвентаре просто так валяться. А так хоть ману увеличу. Она, конечно, мне не нужна, но почему бы не выпить? Вроде как увеличилась. А ладно, и это тоже выпью. Что оно тут будет лежать? Так, типа, якобы увеличил здоровье, все. Будем считать, оно у меня увеличилось. Так, раку. Поселок Белогорье. А что ж тогда то было? Который сказал, я не могу тебя пустить. Пусти, я говорю, он не пустю. Воу. Такие, ты смотри. Он не как мы. Добро пожаловать в Белогорье. Ага. Пойдем прогуляемся. Как добрался? Да так себе. На корабле было не очень. Призывающие достигли Крючьего берега. Значит, времени осталось совсем это мало. Это что? Мне нужно многое тебе рассказать. Я прибыл сюда много лет назад, когда гильдия сочла, оракулы. Что Джек из тени в поисках меча может обратиться к Белогорскому оракулу. Теперь мудрость... Понадобилось нам самим. Mm-hmm. Чтобы обратиться к оракулу, нам понадобятся вопросительные знаки. Вот, то это нормально. Магов укрыли их в некрополе, обиталище призраков. Вопросительные знаки. Я сообщу стражникам некрополя, чтоб тебя пропустили. Вы поняли иронию? Хочешь задать вопросы? Ну так найди вопросительные знаки. Чё, блин? Вот это логика. Логично. Хочешь вопрос задать? Сначала ты документики предъяви. Нету документиков. Вот и вопросиков нету. Так, дом тут на продажу. Я где-то видел. А это что такое? Да во-во. Сколько? 50 кусков. Давайте 50, 25. Такой, ах, ты не можешь себе это позволить, ведь он стоит 25 тысяч. Да. Я такой бедный. Ни монетки за душой. Уютненько, кстати, у них тут. Вот зима, снежок, а у них тут тепло. Леди, вы? Да. Эй, леди. А я вот сегодня... Да? Я же на этом, на другом острове. Вроде как Леди Грей не должна узнать, чем я тут занимаюсь. Хе-хе-хе. Так, не понял, ночь начинается. Блин, а я только по магазинам хотел сбегать. Что это у нас? Магазин. Сразу. Таверна. Надо в таверну забежать. Это таверна. Нет, не таверна. А где ж таверна? Какие складские помещения, блин. А где, блин? Блин, как я так промахиваюсь? А вон зеленая, слева на выходе. Вроде таверна. Переждем там или в некрополь сразу ломанемся. А я хотел по магазинам. Это телепорт. Да, где? А вот таверна. Опа. Оп, что-то там... Перепей. Добро пожаловать к лучшему в городе столу для настольного гольфа. А, это настольный что гольф. Воу. Я тут даже вертеть могу. Давай правила.
Чтобы выиграть настольный гольф, нужно загнать монету в белый круг на столе. Заграничное количество щелчков на каждом из раундов. Чтобы щелчки, точнее щелкнуть по монете, зажмите левую кнопку мыши для прицеливания, регулируйте уровень силы, а затем отправьте ее в полет. Чтобы собирать, сбросить прицел и силу, нажмите правую кнопку, измените на положение камеры. Перед щелчком можно, двигая мышь. Давайте сыграем на одну монетку. Вот так. Чинк. Ща. Вот так. Пяу. Нормуль. Ну так вообще слабенько. Все, я попал. Ай, да блин. Ударов 4 осталось. А где лунка? А вон вижу. Так, ну, в принципе, отсюда можно отрикошетить, наверное. Или отрикошетить. Сейчас, подождите. Вот так вот. Пау. Нормально. Хорош. А я хорош. Так, где оно там? А, вон дальше. Так, вот. Так вот, наверное, на максималочку. Так, сейчас левее. Вот так вот. Пам-пам-пам. Хорош. О, ты проиграл. Ничего. Да, я понял. Еще. Слишком далеко улетел. Прикольно. Столу. Прикольно, блин, все девушки-то ходят тут с прикрытыми лицами. Великолепно. Все, пошлите в Некрополис. Такой, я наиграл. О, надо в магазин потом зайти. Ай-яй-яй-яй-яй, погодите, я не туда тыкнул. А там телепорт есть возле Некрополиса? Я не помню. А вы помните? Вроде есть. А вроде и нет. Ну вон телепорт. А, не, нету. Это я вот сюда бы телепорт. Это что такое? Ты вообще что такое? Ай, блин. Ледяной, блин, оборотень. Как я вас ненавижу. Так, какой перекат, чертовы матери, блин, сдохни. Да блин, ну шо ж так не прет. Харрер этот, тебе ж неплохо. Ой, нормально, вот тут огонь. А, он еще не сдох. Тут получается за счет того, что это. Ну, блин, все, сдох. Нет, смотрите, живой. На, блин. Все, сдох. Блин. Давай, вставай ты. Оп. Оу, парень. Оу. Да, блин. Вот это да, нормальный. Ну, ледяной какой-то зомби. Да, пошевите, и рука светит, как она там, молнии выпускает, как и у того зомбаря с того Некрополиса или кладбища возле. Так, ребята, мне не к вам. Кладбище возле Южного Бауэрстоуна. Точнее, не Бауэрстоуна, а после Бауэрстоуна. Эй, вы там наверху, открывайте. Да, а почему мы должны открывать? Да, типа, даже ничего не надо говорить, просто почесать лысину. Ах да, жнец приказал тебя пропустить. Наверное, тебе стоит его проводить.
Да нет. Так я сразу догадался. Сегодня твоя очередь, и ты это знаешь. Вот черт. А, к чертям все. Иди за мной. Смотри, какой хитрый. Хотел сбагрить меня другому. Хе-хе, коллеги. Так, давайте. Что там? Все, дальше я пас. Тут, знаешь ли, небезопасно. Да ты шо? Город кишит привидениями. Бедняги даже не догадываются, что они мертвы. Да? Короче, гляди в оба, пока будешь искать эти свои знаки или как их да, знаки препинания. Знаешь, ты не первый, кто рыскает здесь в поисках камней с гравировкой. Правда, другие отыскали больше, чем смогли унести. Мало кто из них выжил. Не, мало кто из них выжил, но все могут попробовать выжить. Да. Это ты сразу, блин. Мало кто может посмотреть завтрашний день, но... Все могут унести его. Не, как что? О, табличка Иерон. Таблица со знаком рассыпается в твоих руках, но ты успеваешь запомнить жест Иерон. Так, окей. Не то, значит. Ну, вот эти вот таблички надо собирать. Табличка Калран рассыпается. Ну и ладно. Тут тупо, наверное, вот эти вот, которые знаки, жесты. А, нет, взяли здоровье. Нормально, а что тут написано? Адам Сибик. Жизнь на него плохо влияет. Блин. И ловит. Альбион прекрасен. Посторонним помогал другим до самого конца. Че? Посторонний? Ускоряемся. Не, блин, не. И удар под этот. Под коленку. Не, блин. Все. А, стоп, я уже два знака нашел? Я шустрый. Я, однако же, шустрый. Что там у нас? Да-да, я нашел. Что я нашел? Зелье здоровья. Опа. Меч. Что тут я нашел? Сланец забвения. А, типа это. Не. Так, ясно. Да, блин, только-только. Походу нормально. Ага, да, блин, какой перекат. Так, какой перекат? А, все, сдох. А-та-та-та-та. А-та-та-та-та. Никаких, это, подрывания жопы. Не надо мне это. Что, земля? Что там у тебя под тобой скрыто? Я что знаю? Под ним. О, 500 золотых. Так, что тут у нас? О, привет. Не хочу быть врагом. Ага. Стоишь себе, ждешь. Потом загадки эти. Что за жизнь? Лучше бы мне родиться сундуком. Каменным. Обожаю ключики. Блестящий. Да-да-да. За них могу отдать. Нет, я не дам тебе, нет. Бессеребренный... Ну так и пошел ты, точнее, жди другого идиота. Что скрыто подо мной? Отличный вопрос, что под ним скрыто? Что у нас, 500 золотых? А тут что у нас? Такое, 1000 золотых. Зелье маны. Так, а что тут у тебя скрыто? Ты где вообще? Что ты там? Здрасте. О. Оп. Большая борода. Маленькая борода. Ого, это как он там? Здесь есть какая-то сила. Камень некой. Ой-ой-ой. Так, ребята. Да, блин. Куда уж ближе? Ты где? Он же ж... Не, блин.
Да-да, вот это вот. Предсмертный вой. Так, что он там радуется? Табличка Морика. Ага, вот это хорошо. Еще одна. Одна осталась. Что тут у нас? Типа, да. А, нет, просрал. Вообще ничего не получил. И тут тоже пусто, наверное. Да. Так, еще другая сторона осталась. Там кто-то есть. Я вон вижу. А тут что у нас? А, о, лутбокс. Не то достал. Блин, какая же кнопка. Я не ту кнопку нажимаю. О, блин, только хотел сказать. Да, типа жизнь. Нет. Сосни тунца, это мана. Такие, блин. Опача. У нас тут собаки завелись на кладбище. Да куда ты свалил? 25. Блин, мне еще... Два... Так. Так, расслабься. Так, хочешь... Блин. Ах ты ж, блин, атака сзади. Понимаю, понимаю. Так, и что тут у нас? Вековое зелье силы. Выпьем его и за этот заработаем еще. А, там опять оборотень. Опять псина на этом. На мосту. Удар с тыла. Хоп. Хоп. Шо, не ожидал? Эть. О, блин. Да, блин. О, хорош. И мы где-то непонятно где. В центре. Ага, нам вон туда. Там нас ждет мистер Спираль Ярости. Дитя Ярости. Я тебя не пропускать. Ай-яй-яй-яй. Ну же ж, блин. Давай. Вот же ублюдок. Так я... Так как он так достает? И он все равно достает. А, перекат не сработал. Это же ж неудачные. Да. А, все, меня просто отбило. Все. Черт. Побери, эти ледяные големы меня напрягают сильнее всего. И что это значит? Последний здесь находится. Хоба! Хоба! Ой-ой-ой, их двое аж. И два под, эти, на подсосе. Ага, его не зацепило. Да, блин. А, зажали меня. Зажали ироды. Ироды зажали. Бомбани. А, ему типа пофиг. Ой, перекат. Долго перекатывать. Перекат долгий. Ну, потому что как, типа, весит много. А там алмаз сверху, алмаз забрать. Не? Герой, это жнец. Хорошо, что перчатки призывающего. Да блин, и чё мне, телепортируют сразу на это? Нет. Там вон алмаз был сверху, за его... Теперь возвращайся в Белогорье. Попробуем пробудить. Ты получил новое... Какое новое задание? А, ну типа...
вот это вот пробудить этих. Да. Так, подождите. Та не любоваться. Та блин, не та кнопка. Чуть ж, блин. Вот же ж не туда тыкаю. Там чисто новое задание в этом. Как оно, Крючий берег? Или это задание именно в гильдии? Хоба. А, нет, нету. Сколько у меня там опыта уже? 161 тысяча, 48 тысяч силы. Ну да, можно было сейчас раскачаться, а не вот тогда, когда я фигней страдал. Так, святилище Архона. Не сюда. Вот. А святилище Архона для чего? У меня там тоже на карте показано святилище Архона, телепортанись. Так, тут вот желтый, фиолетовый. Это броня? Береги себя. О, броня. Здрасте. А, во, женщина. Приветик, аватар. Вам сколько, мадам? Когда дети меня не слушают, я пугаю их некропсис. Ага, так и буду делать. Так, и последний магазин. Оружие. Может, тут как раз меч мастеровой, там все дела. Думаю, мы сделаем... Ну, кстати, может, тут что-то продать? Оружие. Холодное оружие. О, ребята, наконец-то можно это дерьмо все продать. О, слеза Авен. Поехали. 145 тысяч. Не, ради прикола можно сделать типа одно оружие, будет полностью регенить. Да, минус 100 урона, это, конечно, прям вот реально много. И все же можно приобрести. О, куда это наломанулось? Такая быстро к этому... кассе, пока мисс не прибыл, как его, герой. Когда дети меня не да. Имущество, вещи, оружие, одежда, костюмы, светлые латы. Одеть. Опа! Ура! Ничем они, конечно, не отличаются, кроме тем, что они, наоборот, темнее стали. Так, ну теперь мы тут ворота те откроем. Потому что они ж светлые, он там, типа, блестеть должны. Черт, опа, подождите. Мне как бы бабло теперь вообще не очень нужно. Потому что 300 тысяч куда я, блин, потрачу. А хотя нет, я могу еще две руны жизни ж купить. Так, покупаем. Улучшаем за 7,5. Вообще, 12, 15, дай. Так, аренда. Да, продать. Нет, аренда, да. Оп, отлично. Медвежье это. Так, а тут место. Во, над камином, блин. Имущество над камином. Что-нибудь эдакое. Трофеи, блин. Голову торговца. Я все голову торговца, голову торговца. Так, во, рука. Взять с тела одного, взято. Хоба. Во, смотрите, прям сидишь у камина и смотришь на латную перчатку призывателя. Почувствуй мощь. Только бабло теперь куда мне тратить? До этого момента у меня типа было дефицит денег, а теперь у меня... О, все, он сразу... Ты нашел знаки. Очень хорошо. Теперь мы можем пробудить оракула. Ну давай. Дерзай. О, великий оракул, даруй же нам знание. Офигеть, пробуждение. Что угрожает нам? Пророчество сбылось. Человек гильдии здесь. Я здесь. Ты идешь по стопам того, чью маску носишь с собой. Джек из тени пробудил спящую силу, ага, призывающих. Кровь твоей родни он использовал за бронзовыми вратами, чтобы напитать свое новое заклятие. Mm-hmm. Но теперь маска душ в твоих руках. Используй ее, чтобы насытить святилище Архона и открыть врата. Ага. Иди и встреть свою судьбу. Ну да.
Значит, снова обманул свою смерть. Ну да, Эш Маск. Не видел я прежде подобных ему. Я тебе не завидую. Бронзовые врата в здешних краях слывут знаком смерти. Да. Возвращайся в святилище к Брайера Роуз. Может быть, она знает, что делать с маской Джека. А мне предстоит вернуться. А, Брайер Роуз. Да прибудет с тобой судьба. Да прибудет с тобой знание. Не знаю, что там еще может с тобой прибыть. Так, отправимся за руной жизни. Жизнь. Чтобы задать вопрос Оракулу, встань в центр площади, используя один из специальных жестов. Окей, центр площади. Ты получил новое задание. Так, здесь, да? Да. Тут. Так, здесь? Подожди, женщина, подожди. Статус, навыки, жест... Скрытность, характер, слава. Слава, кровавый рев, не то. Общение, жди, подождите, не понял. Характер, а во-во, иро, ага. Применить. Эй! Да блин, сюда что ли встать? Да не, наверное, туда. А где, откуда она это сказала? Сверху что ли? Ты что тут делаешь, женщина? Ты что... Слышали? Оракул пробудился. Я знала, что это не сказка. Жаль, я не знаю, как задавать вопросы. Хотя, постойте. Не вы ли это нашли древние знаки? Ну, типа я. Чего же вы ждете? Используйте жесты и спрашивайте. Ты хочешь сама, может, давай. Так, что он мне там скажет? Имущество, навыки, жесты, магия, не то. Жесты, вот оно. Не, вот это с характером. Вот. Ап. А, знак Ерона. Ты хочешь узнать о жителях Альбиона и других стран? Наверное. Я поделюсь с тобой знаниями об Уиспер. Привязанности людей Альбиона переменчивы. И поражение Уиспер на арене лишило ее славы, которой она была окружена. Хотя многие и прежде не замечали ее в огромной тени ее брата Громобоя. Поэтому она покинула наши берега и вернулась на далекую родину, которой не видела с детства. Вновь путешествие по морю было сопряжено с трудностями. Однажды на корабль напали пираты. Ни один из вот них это у нее приключение. Она прибыла на острова, которые едва помнила, имея при себе лишь свою силу. Но сейчас народ почитает ее как настоящую. Ну хорошо, смотрите, не сдалась. Похвально. Так, жесты, общение, рог, кальерна. Знак кальерна. Ты жаждешь знания о зверях и чудищах? Да. Возможно, ты хочешь услышать историю об оборотне. Ой, нет, только не о них. Первый оборотень родился от укуса намного более страшной твари. Болворна. Это кто? Обитавшего в этом мире, когда боги и демоны были еще первородной силой. Когда люди появились среди них, Болворн за один раз пожрал плоть тысяч из них. Лишь один человек выжил после его нападения. Он-то и стал первым оборотнем, и проклятие его живет по сей день. Довольно-таки интересно они придумали про оборотней, как они появились. Так, навыки, жесты... Что-то у нас к морик. Знак морик. Я поведаю тебе легенды. Давай, чу-чу. Я знаю нечто интересное о вратах. Это демонических? Нелегко быть камнем, наделенным разумом. Но все мы служим единой цели, ради которой созданы. Моя задача — собирать знания, хранить древние тайны
и предсказывать ужасные события будущего. Задача врат — сберегать спрятанные за ними сокровища и изобретать испытания для тех, кто желает пройти. А кто их создал? Так, ясно, понятно, нам не расскажут. Нам не расскажут. Навыки, жесты, характеры. Последний Ависто. И как он же ее покажет? О, да, знак Ависто. Ты хочешь узнать об истории этих земель? Этих, на которых мы находимся? Я поделюсь с тобой знаниями об Архоне. Об Архоне. Такой, блин. Сей век ничего не знает о былом королевстве. Архон, имя, передававшееся из поколения в поколение, то был род могучих королей, в чьей крови текла необычная сила. Они владели мечом вечности. Когда Джек нашел его, это была лишь тень прежнего оружия. Имя же Архон ныне полузабыто, и для нынешних людей оно не несет никакого смысла. Ага, вот так вот. Но память о первом Архоне еще живет в мире. В том мире, который и не существовал бы, не вырвал Архон его зноем у богов, владевших им прежде людей. Вот так вот. Что девушка скажет? Оракул многому может научить. Он знает все. Здорово, что ты еще с нами. Эти письмена, они просто потрясают. Все указывает на то, что новое обличие Джека явится именно из бронзовых врат. И эта конструкция не что иное, как ключ к ним. Но, похоже, нам потребуются души трех героев, чтобы запустить механизм. Вечно они все усложняют. И ведь не простые души, а особенные. Первая должна принадлежать королю арены, не меньше. Но... Ты, конечно, можешь и сам себе голову откусить. Но я тогда тут со скуки подохну. Может, имеет смысл навестить Громобоя? Уж он-то знает арену вдоль и поперек. Я связалась с гильдией, и там сказали, что он сейчас в Нотхолглейд. Маска Джека у тебя с собой? Отлично. Ага. Она понадобится для поимки душ. До сих пор не могу поверить, что он все еще жив. Ладно, а я пока займусь переводом второй надписи. Ясно, понятно. Теперь нужно достать... Да, юный герой, я вернулся. И у меня к тебе есть одно дело. Никаких дел с террористами. Ты ведь уничтожил мой меч, помнишь? А знаешь, сколько столетий да. я потратил на его поиски. Но дело сделано. Скоро я буду так силен, что тебе и не представить. У меня будет сила, которой не снилась моему отцу. Да, вот этот вот, как его, Утер. Ты... Да, Артес, вот это вот все. Окей, на этом, наверное, закончим. И в следующий раз продолжим в поисках чертовых трех душ героев. Наверное, придется... Вроде как чемпионом еще была мать его. Может быть, ее тоже придется достать из этого, из... Как ее? Из чистилища. Ну да ладно, это мы уже узнаем в следующей серии. Все, спасибо за просмотр и до следующих встреч на просторах Альбиона. Пока-пока.